Ребят, привет! Или, как говорит значительная часть водителей таких машин, салям алейкум. Небольшой рассказ про Матизы, личный опыт, владение. Матиз! Для тех, кто не слышал про Матиз, таких людей, я думаю, очень мало. Машина очень узнаваемая. Немного технических характеристик в начале. Модель появилась в 98 году на базе предшественницы, это Deo Tico. Маленькая угловатая машина, которая продавалась у нас в нашей стране и была самой дешевой иномаркой. На базе этой машины появился Матиз. Двигатель получил систему впрыска вместо карбюратора. Также осталось 3 цилиндра, рабочий объем 0,8 литра. Кузов стал совершенно другой. Итальянский дизайн, очень удачный. Машины, которые продаются в нашей стране, на 95% это уже первый рестайлинг, произведенные в Узбекистане. Двигателей было два. Это бензиновый 0,8 литра, 3 цилиндра, и литровый мотор уже на 4 цилиндра. И этот мотор является дефорсированной версией двигателя 1.2 от Chevrolet Aveo. Можно в родном блоке собрать 1.2, заменив коленвал, шатуны и, наверное, поршни, а может быть и нет. Но коленвал с шатунами точно. И получится в блоке от литрового мотора 1.2 и 80 с лишним лошадиных сил, что для Матиза очень много. Снаряженная масса у него 770 килограмм. Коробки с двигателем 0.8 – это механика и автомат, а с литровым двигателем была только механика. По легенде, автомат туда не поместился. Зажигаются все лампочки. Чек должен зажигаться. Гаснет. Заводимся. Предельно просто, лаконично. И также деликатно зажигается лампа. Классно. Японская школа. Позитивный дизайн. Без всякой строгости, наигранной. Такая открытая, веселая машина. Много было ярких цветов. Красный, белый, желтенький, особенно в самом начале производства. Подстаканнички один больше, другой меньше. Идеален, конечно, вот этот. В этот не держится. Еще полочка вот такая вот здесь есть. И вот такая вот штучка. Ну, сюда пачка сигарет, наверное, хорошо встает. Ширина и высота машины практически одинаковая. Около 1,5 метра. По длине 3,5 метра машина. Подвеска спереди Макферсон. Сзади стоит балка. Проверенные временем решения. Все очень надежно. Пепельница есть. Прикуриватель есть. Вот здесь бывает штатная магнитола. Вот здесь кнопка кондиционера бывает. И, по-моему, передние противотуманки вот сюда ставятся. Все, больше ничего нету. Чехол за 135 тысяч практически не износился. Все хорошо. Эта версия бедная. Здесь нету прерывистого режима дворника. Задний бывает вот здесь включается, крутилка. Здесь нету. Это у нас фары. Вот здесь корректор фар. В принципе, все, больше ничего нету. Двигатель 0,8 литра, 3 цилиндра, привод ГРМ, ремень. При обрыве ремня
клапана гнет в 100% случаев. У меня такой случай был. Не уследили, ремень порвался. Попадаешь на большую сумму достаточно. Запчасти, несмотря на то, что машина сама по себе дешевая и очень распространенная, запчасти на нее не дешевые. Головка блока где-то, наверное, 15-20 тысяч. Ремонт еще пятнашка. Ну, в общем, 35-40 тысяч обходится несвоевременная замена ремня ГРМ. Второй момент. После 150 тысяч километров двигатель склонен к потреблению масла. Много Матизов в преклонном возрасте с сизым дымом. Но, тем не менее, мотор очень живучий. При неисправности большинства датчиков на этом двигателе он остается работоспособен, работает. Чек загорается, но он едет. 2002 год. Бич Матизов – это низ дверей. Очень быстро собирается там вода, и внешняя обшивка отгнивает. При том, что пороги, вот эта машина 2002 года, но она достаточно ухоженная была изначально, пороги все целые, она легко подомкратится, но двери просто труха. Причем на разборке эти двери дорого стоят, их нет практически ни у кого. Да, самый главный косяк этого кузова – это двери. Ну, здесь тоже бывает, но это не так типично. Арки, видно, уже красили их. Тут все неплохо. Пороги тоже бывают дырявые. Причем машины ездят хорошо, это не прям дрова, дно будет еще неплохое. По расходу на машинах ездят достаточно энергично, поэтому в городе выходит около 8 литров на 100 километров. По трассе тоже много не наэкономишь, машина высокая. На больших скоростях такой же расход, 7-8 литров. Здесь полноценные 5 мест. Смотрите, как у нас здесь складывается сиденье. Бензобак у нас здесь, легко добраться. И вот и пятый ремень. Здесь полноценные 5 мест. Так, здесь можно еще сложить заднее сиденье. Здесь вот такие вот штуки. И мы получаем ровный пол. Так, по кузову табличка вот здесь находится. При аварии, если бить сзади машину, она, конечно, пострадает. Запасное колесо полноценное под крышкой. Коробка механика, 5 ступеней. Проблем с ними нету. Единственное, после, наверное, 70-80 тысяч бывает износ привода, втулок и самого так называемого вертолета. И начинает плохо включаться нижний ряд, вторая и четвертая передачи. Но обычно это прогрессирует не быстро. Есть время на то, чтобы это все поменять, и это все не очень сложно. В остальном коробка беспроблемная. Багажник на простых версиях открывается только с ключа. На дорогих версиях будет здесь вот будет еще рукоятка открытия багажника. Так, на ранних размер резины был 145/70, потом появилось 155/70. И практически все ставят такую резину. Некоторые ставят еще больше от Жигулей, но выглядит он не так гармонично с большими колесами. Клиренс немного увеличится. По подвеске особых проблем нет, стуками она не донимает. Единственное, у меня был случай, машина долго стояла, во всех элементах здесь металла не очень много, машина маленькая, легкая,
И на маленькой скорости у меня вылетела шаровая опора, колеса стали домиком передние. Машина стала неуправляемой. Хорошо, это было на скорости 2 км в час. Вот, я эту шаровую опору подвязал проволокой и доехал до сервиса. Но, тем не менее, нужно поглядывать. Бывают такие случаи, что отгнивает уже что-то серьезное. Здесь все обычно крепко. Здесь не ржавеет у них. Здесь переключатель от детей. Так, капот у нас открывается вот здесь. Так, кромка капота часто бывает ржавая на них. Так, где эта ручка? Вот он, самый простой двигатель с первого поколения. Здесь еще стоит трамблер. Вот стоит трамблер. В дальнейшем при переходе на Евро 3 от трамблера отказались. Еще недостаток – выхлопная система. В силу специфики городская езда – это постоянный нагрев, охлаждение. Выхлопная система быстро прогнивает, а стоимость на разные части глушителя высокая относительно общей цены автомобиля. Часто можно увидеть Матизы с секущей выхлопной системой и заваренной много-много раз, потому что выкладывать по 5000 за элемент не хочется. ВИН-номер находится вот здесь. Он обычно не ржавеет, он сухой здесь. Место хорошее для ВИН-номера, удачный. Номер двигателя находится вот здесь, возле масляного фильтра. Если будет стоять кондиционер, то к нему добраться будет сложно. Здесь бывает, по-моему, кондиционер или ГУР стоит, и надо будет под кронштейн заглядывать, чтобы увидеть этот номер. Вот здесь надо смотреть. При постановке на учет его сверяют. По опциям. На машинах был кондиционер, 4 стеклоподъемника, гидроусилитель руля, центральный замок. По большей части без всего этого можно обойтись, кроме кондиционера. Руль легкий и без усилителя. Стеклоподъемники. Ну, приятно, конечно, когда они есть. Еще на богатых версиях металла в салоне автомобиля нету. Будет полностью пластиковая обшивка. Если комплектация еще не самая бедная, то появится прерывистый режим дворников. На самой бедной комплектации его нету. Обратите внимание, не на всех рынках не было подушки безопасности. Вот родная инструкция, УСДЭО. Смотрите, какой руль бывает на этих Матизах. Но к нам такие, к сожалению, не попадали. Даже вторая подушка нарисована. Класс. Но не про нашу честь. Еще один есть лайфхак. Если у вас сел аккумулятор, то открыть капот можно вот отсюда. Засунув руку сюда, то можно нащупать тросик и эту тягу. Еще один лайфхак по опыту. В некоторые года машины таможили на 49 лошадиных сил. Двигатель 52 лошади, но растаможен на 49, а в последние года выпуска, это 2013-2014, на 50 лошадиных сил. Кажется, это ерунда, но именно 50 лошадиных сил является порогом при оформлении ОСАГО. И если будет 49, то страховка неограниченная будет в 1,5-2 раза дешевле, чем на 52 и 53 лошади. На это стоит обратить внимание. Мне попадались машины 2002 года, 2004, 49 лошадиных сил. И 13-й год, 50 ровно. 50 ровно, это тоже страховка будет минимальна. А вот второй Матиз, тоже 2002 год,
но пробег уже 170 тысяч километров, и состояние здесь похуже. Та же проблема с дверями, но здесь еще плюс пороги. Хоть он еще и наверняка задомкратится, но дырки уже пошли. Здесь уже и арки спучились, и кромка капота. Опять арки, порог. Вот он так выглядит, когда проржавеет. Вот такой. Но ребро еще цело, домкрат он выдержит. В общем, это ждет все Матизы. По безопасности. Машина маленькая, машина без подушек безопасности, но, как показывали краш-тесты, авторевью, машина безопаснее, чем классические модели Жигулей, Волга, Deo Nexia, само собой АК. Силовая структура кузова крепкая. Здесь все цело, здесь всегда все цело, здесь также все очень хорошо. Так, багажник не буду открывать, точно такой же Матиз, просто серебристого цвета, начальная комплектация. На это указывают еще не крашеные бампера. В дорогих комплектациях бампер уже был крашеный. Агрегаты не самые мясистые в плане металла. У меня был случай, когда после месяца простоя не поворачивался шкив генератора, заржавели подшипники. И двигатель не заводился, он не мог провернуть шкив на генераторе. Салон точно такой. Ничего нету, пробег только 172 тысячи километров. Потолок у нас такой, плотненький. Он не провисает со временем, как на некоторых немцах. Здесь с этим все хорошо. Я думаю, мы его сейчас посмотрим снизу, как он выглядит. И разгон до сотни. Этого будет достаточно. Для города отличный автомобиль. Маленький, высокая обзорность, узкий клиренс у машины 150 сантиметров. Нигде днищем не цепляешь, лежачие, можно легко проезжать любого размера. Еще машина теплая, печка хорошо греет, быстро машина прогревается. Двигатель сам по себе маленький, но греется быстро. Если включены фары, открываешь дверь, глушишь машину, никакого сигнализатора нету. Можно разрядить аккумулятор и не узнать об этом. Нужно следить за фарами. Плюс аккумулятор здесь нестандартный. Клеммы тонкие. Маленький аккумулятор с тонкими клеммами. Некоторые переделывали его на толстые клеммы стандартного размера. Так что встречается много и таких на вторичном рынке. Интересно, что на дорогих версиях стеклоподъемники сделаны не как на бюджетных автомобилях на консоли, а они сделаны на двери, стеклоподъемники. Провода протянуты на дверь. По ощущениям, все-таки это иномарка. Хоть и самая дешевая, но иномарка. Даже когда Матиз только появился, он намного был качественней нашей продукции. Да он и сейчас не сравнится с десяткой. Вот конкретно эта машина красная 2002 года выпуска. И до сих пор ничего не бренчит, не гремит. Конечно, панель вообще не мягкая, она дубовая, но собрано все очень хорошо. Двери закрываются легко.
все подогнано хорошо, бардачок идеально открывается, закрывается. Такого бардачка не хватает на пятерках, семерках Жигули. Он постоянно болтается, то открывается на кочках. Вот у нас Матисс на яме. Что у нас получается? Несмотря на то, что двери очень слабые на этой модели, днище, я считаю, что крепкое. Пороги уже с дырками, но по днищу, ну, нет, здесь только антикор отлетает и ничего. Пытались отремонтировать глушитель так, перчатками. Это, конечно, кошмар. Я даже не видел этого, что кто-то здесь это накрутил. Вот. Дно у нас все хорошо. Течами, в принципе, не напрягает эта машина. С двигателя из коробки течет редко масло. Рейка здесь стоит без усилителя. Нечему. Ломаться здесь просто нечему. Вот такое вот у нас днище. Задняя подвеска предельно простая, балка. Ломаться там практически нечему. Здесь вот слабое место в глушителе. Скоро здесь будет дырка. Ну и вот это сочленение развалилось. Понятно. Здесь уже все. Спереди Макферсон. В принципе, крепкая конструкция. Если открыть сайты по продаже автомобилей, то иногда встречаются пробеги на этих машинах и 250, и 300 тысяч километров, что очень круто для такого маленького объема двигателя, такой